Вот вариант готового блюда. Котлетки с рисом. На зиму я закрывала кабачки по-корейски. Вот открыла баночку на ужин. Очень вкусный салат. Также закрывала помидоры с морковной ботвой. Помните? Если нет, то можете посмотреть видео. Ссылки на салат, помидоры я оставлю под видео. У этих помидоров и рассол очень вкусный. И изюминка на рисе – это огонек. Эту приправу я тоже закрывала и выкладывала видео на канале. И какой же ужин без чириол? Все, приятного аппетита, всем пока!